Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира. Но насколько сложно здесь найти человека? Сегодня я попытаюсь проехать от пункта А до пункта Б. И будет еще 4 человека, которые будут пытаться меня найти. Пункт А известен всем. Это станция метро Солнцево. Однако пункт Б знаю только я. И ребятам нужно будет понять, где он находится, по моим подсказкам. Первое появится прямо перед стартом гонки. Это точное время, сколько мне придется затратить, проехав отсюда до финиша на метро. Вторая подсказка. Каждые 5 минут я буду говорить ищейкам, кто ближе всех ко мне находится. Ну и потом, через полчаса, каждая ищейка узнает, в каком округе находится финиш, потом через час, на какой линии, и через полтора часа ищейки будут знать точное место финиша. Всем привет! Мы на канале Александра Старикова, и Александра Старикова с нами нету, потому что сегодня мы будем его ловить. В данный момент он уже прячется от нас в московском метрополитене и во всем московском транспорте. И наша задача его найти как можно скорее. Поэтому присаживайтесь поудобнее, сегодня будет очень весело. Ну что, поехали! Итак, с ищейками мы познакомились. Они стартуют на Киевской и будут пытаться меня перехватить по ходу моего движения. Мне можно передвигаться только на общественном транспорте. Для вашего удобства на протяжении всего видео у каждого из участников будет своя иконка, чтобы вы могли понимать, кто сейчас в кадре. Итак, ребята, для поисков предлагаю вам включить ваши геолокации. Мой кратчайший путь от станции Солнцево до финальной точки составит 54 минуты. Удачных поисков! Начинаем. Время 13:10, и мы спускаемся в метро. Так, мы включаем нашу геопозицию. У меня пока нету, если честно, плана вообще, прям вот план. Мне есть план, мне надо ехать. Короче, вот эти бездари включают геопозицию, но так как мы уже начали, я погнал. Ярик уже убежал, но я не уверен, что это ему поможет. Идем не в метро, а к автобусной остановке. Через пару минут у меня будет автобус до МЦД «Солнечная». По сути, я сейчас пытаюсь объехать ребят немного другим способом. Так, подъехало наше первое транспортное средство, садимся в него. Через минуту я даю первую подсказку. Не знаю, насколько она будет для ребят актуальна. Судя по всему, Тимофей пока еще на почте Киевского вокзала. Но больше всех я опасаюсь Ярика, потому что он почти наизусть знает все автобусные маршруты города. И он такую тонкость, вот как вот эта моя уловка, может просчитать как орешки. Надеюсь, что не получится. Заходим на Киевский вокзал. Я отправляюсь по МЦД-4 в сторону Солнечной. Мне нужен поезд до Нары. Сейчас посмотрим, что тут по расписанию. Вы вообще к метро идете? Да. Наша самая главная цель – найти Саню. А если мы будем действовать сообща, то его найти будет гораздо легче. Вот сами согласитесь. Тимофей, а ты куда поедешь? Я еще вообще, у меня нет плана никакого вообще. У меня тоже такого нет плана. Достаем проездной. Удачи, удачи ребятам. Давай. Желаю, чтобы вы проиграли. Я остался один. И как бы, ну... Это игра. Игра, и в нее надо победить. Электричка через 2 минуты. Я не могу найти ее. Если я ее не найду, мне придется двигаться на метро. Прошел на пригородные платформы. Вот моя электричка. Только двери не закрой. Пожалуйста. Должна быть она. Итак, я сейчас как раз вот с Володей нахожусь на Киевской. Сейчас поедем вместе на деловой центр, а дальше уже решим, кто дальше куда. Уже будем продумывать тактику уже по ходу действий, короче, да. Ну да. А вот и мой поезд. Так, время 13:20, это время первой подсказки. И Саня написал, что ближе всех к нему Ярик. Итак, мы идем в это монструозное здание под названием станция Солнечная. Сейчас Ярик ускоренными темпами едет в нашу сторону. Он сейчас едет в сторону Аминьевской.
Я еду, предположительно, до Аминьевской, возможно, дальше. Посмотрим, как будет действовать Санек сейчас. По сути, это вот наш план был через Аминьевскую проехать и дальше уже ехать по Бакаял. Я думаю, что Санек поехал не по самому логичному пути. Он мог поехать, в принципе, и по четвертому диаметру, как вот. Какова вероятность, что он сейчас вот на этой электричке будет ехать? Ярик быстрыми темпами приближается к нам. А вот уже большой риск, то, что мы будем делать. Возможно, Санек тоже решил здесь пересесть на большое кольцо, если он ехал в этой электричке. Так, я на станции Парк Культуры. Еду на Сокольническую линию. И мне нужно вот сюда. Ждем поезд. У меня есть большое предчувствие, что Саня поедет на восток. Вот я не знаю почему, но я так чувствую прям. Короче, Володя решил ехать дальше со мной, однако у него цель ехать на восток и искать Санька там. Однако я хочу остаться на время на Хорошовской и половить его там. Потому что вполне вероятно то, что он пересядет на БКЛ и поедет либо по часовой, либо против часовой. Ну, там как повезет. Что ж, мне нужно сейчас будет проехать от делового центра до Хорошовской. Там мы разойдемся уже с Мишей. Он будет один, я буду один. И потом я поеду, получается, вверх туда. Так, я на спортивной. Я решил выйти здесь. Почему? Потому что здесь переход на МЦК. Я подумал, что так как Саня видит мою геолокацию, он поймет, что я поеду по Сокольнической линии, скорее всего, не поедет сюда. И, скорее всего, он поедет по оранжевой ветке и пересядет на МЦК. Тем более, что на площади Гагарина очень удобная пересадка. И я думаю, что именно на площади Гагарина я буду его поджидать. О, до поезда 0 минут. Переходим на КРЛ. Точнее, переходить до конца мы не будем, но где-то здесь мы будем караулить Сашу Старикова. Мы приехали на Хорошовскую. И здесь я буду находиться в ближайшие полчаса, по крайней мере. Все, Володя уехал. Для того, чтобы минимизировать риски, мы сели на электричку в сторону области, до Переделкино. Судя по геолокации, Ярик сейчас находится где-то на Очаково и поджидает нас. Для этого мы сейчас сядем в эту электричку и попробуем здесь как-нибудь скрыться. И мы подъезжаем к станции Очаково. Здесь я сделаю пересадку на поезда, которые идут по всем остановкам 4-го диаметра. Но вот единственное, что на эту я не успею, к сожалению. Поэтому, может быть, поеду в другую сторону сейчас, до Аминьевской. Это совпадение. Только и всего. Итак, я дал ребятам первую подсказку, серьезную, где будет находиться финиш. Он будет находиться в северо-восточном административном округе. Только что появилась первая, скажем так, серьезная подсказка. Финишным округом будет северо-восточный. И я сейчас задумался, стоит ли мне сейчас идти на БКЛ. Или же сесть дальше на МЦД-4 и ехать в сторону центра. Я простоял здесь достаточно долго. Дальнейшего здесь стояния уже я не вижу смысла. Потому что Саша по-любому избрал уже другой маршрут, это уже очевидно. Санек сказал, что финиш гонки будет в северо-восточном округе. То есть это значит, что в принципе я сейчас движусь в правильном направлении. Поэтому пока что я поеду на Марину Рощу. На вот этом новогоднем красавце. Ребята поехали в Свау, кстати, сразу же. Отличная новость. Ярик поехал в сторону Минской, поэтому у меня есть легкое ощущение, что мы сможем его избежать. Он находится всего в 3 километрах от нас. Эти ребята явно рванулись тоже в сторону северо-востока. А Тимофей, не знаю, перемещается он или нет. Стоит понимать, что, возможно, он едет по Солнцевской линии, она здесь недалеко проходит. Минская. Сейчас прохожу новогодний поезд. Будет класс, если он здесь сидит где-то. Короче, я решил сейчас поехать все-таки на Савеловскую, там выйти и подождать. Так как финиш будет в северо-восточном административном округе, то это значит, то, что будет использоваться либо серая, либо
салатовая, либо оранжевая линии. А серая самая западная в этом округе, поэтому я как раз буду сидеть на пересадке на серую ветку. Так, я сейчас немножечко посмотрю на станции, нет ли здесь Сани, потому что он здесь может быть, мало ли что. Ярик уже точно подумал, что мы не можем буквально стоять на месте, и двинулся в сторону Киевского вокзала. Но он едет на обычной Элке диаметральной, такой же, как наша. То есть очень хорошо, что мы подождали, он на ПДВДМ, видимо, едет. Зарядки в ПДВД достаточно быстрые. Так, вышли из электрички, Аменевская. Идем на большую кольцевую линию. Все, Ярика мы все-таки смогли заставить не следовать за нами. Теперь другой вопрос. Как сделать так, чтобы побыстрее доехать до финиша? Потому что, скорее всего, мы уже приедем тогда, когда ребята будут знать точную точку. Кстати, а вы знаете, что даже при минимальном балансе на вашей банковской карте вы можете платить проезд в метро? Как? С помощью дебетовой карты Tinkoff Black. Кроме того, с ее помощью вы можете получать повышенный кэшбэк до 15% в нескольких категориях товаров, а также делать бесплатные переводы на карты других банков. Так что с помощью этой карты вы даже зарабатываете. К тому же сейчас проходит классная акция. При заказе карты по ссылке в описании вы получите кэшбэк в 1000 рублей при тратах от 3000 рублей. Так что не упускайте возможность, заказывайте карту по ссылке в описании, пока действует акция, и экономьте на своих покупках. А мы едем дальше. Мы спустились на Аменевскую, и сейчас появилась очень необычная ситуация. Впервые не Ярик ближе всех ко мне, а Тимофей. То есть он по вектору, по прямой, буквально на 400 метров ближе находится, чем Ярик. И это прекрасно. Так, только что пришла инфа, что теперь я ближе всех к Саше. Это значит, что он все еще где-то на юге. Идем на БКЛ. Как много людей. Очень красивая станция, кстати. Я решил поехать в сторону Зюзина. Посмотрим, что из этого выйдет. Прибыли на Белорусскую. Выходим и двигаемся в сторону кольцевой линии. Сейчас появилось оповещение, то, что ближе всего Тимофей, который сейчас на Воронцовской. И вполне вероятно, то, что Санек поедет либо по красной, либо по оранжевой веткам. Поэтому я сейчас сажусь на поезд и еду дальше. Ловить его там. Итак, я сейчас перехожу по, мне кажется, самому необычному переходу вообще во всем московском метро. Итак, я на Рижской, Калужско-Рижской линии. Сейчас я буду стоять вот у этого выхода и ловить Санька там. Если, конечно же, он здесь поедет. Мы решили в срочном порядке поехать через Кунцевскую, через первый диаметр. И попробуем таким образом доехать до Тимирязевской. И там уже будем думать над тем, как нам быть. Итак, финиш будет на Калужской Рижской линии. Ура! Мы приехали с Володей в нужную локацию. Поэтому я сейчас перехожу на Калужско-Рижскую линию и составляю ему компанию в том, чтобы штурмовать поезда. Мы 10 раз успели перемудрить самих себя. Поняли, что с подсказкой о КРЛ, о Калужско-Рижской линии, люди сразу туда ринутся. Поздно я об этом подумал. Могли бы сейчас дальше просто ехать по БКЛ и ни о чем не париться. Новый план родился. Я приехал на станцию Каширская, я сейчас перехожу на Замоскворецкую линию, благо здесь кроссплатформенная пересадка, и мчусь до Новокузнецкой. А вот и приехал мой поезд. Финиш будет на Калужско-Рижской линии, судя по всему, это реально ВДНХ. Меняем план. На проспекте нужен будет последний вагон. Собственно, двигаемся туда сейчас. Итак, мы приехали на Савеловскую, сейчас переходим на Серпуховско-Тимирязевскую, серую ветку. Тимофей очень хорошо сейчас сократил отставание, но он пока не выкупил, как мы едем. Теперь нам нужно перейти на Третьяковскую до станции Медведково, это сюда. А вот и Володя. Итак, мы придумали такой мини-план. Говори план.
Итак, план такой. Мы сейчас будем на Алексеевской заходить вместе в один поезд, пока он будет на станции стоять, с разных хвостов. И будем прочесывать до середины, и там встречаться и вместе выходить на станцию обратно. Ситуация очень критическая на самом деле. Будет тяжело. Идея с прочесыванием состава, пока он стоит на станции, провальная. Потому что мы народу много, но тут дело не в этом. Просто поезд стоит на станции всего лишь там сколько-то секунд. И я вот, например, смог просмотреть только два вагона. Даже и то полтора. Ну, Миша то же самое, в принципе. Вот чем меня бесит кольцевая линия, никогда не угадаешь, из какого вагона правильнее выходить. Потому что станции разные. В плане того, отличается место расположения последнего вагона. Еще и вот такие заборы. Только что мимо меня прошли Миша с Володей. Они меня не заметили. Я уезжаю дальше на ВДНХ. Поезд Москва говорит, что мы на ВДНХ, я буду через 12 минут. Сейчас штурмую поезд и параллельно едем на ВДНХ. Тут народу немерено. Встретил Ярика. Там Володя вначале. Да? Пойдем к нему. Так, мы объединились с Михаилом Володей. И сейчас будем втроем здесь мониторить станцию ВДНХ, потому что мне кажется, что именно здесь будет финиш. Мы встали по трем концам станции. Ну как, Володя в начале, я иду в конец сейчас, и Миша встает в середине. Пропустить не должны. Тимирязевская. Единственная станция глубокая в Москве, с таким вот единственным сводом. Нам предстоит сейчас долгий подъем. Но, надеюсь, не скорое падение. И я надеюсь, что мы сейчас доберемся до финальной точки, которую ребята только что узнали. Итак, Саша дал главную подсказку о том, что финиш будет на главных воротах ВДНХ. Идет подсказка последняя, финиш у главных ворот. Че, где его будем ждать? Мы же не у самих главных ворот будем ждать. Подожди, он может на автобусе доехать. Короче, финишем является вон те ворота ВДНХ. Итак, мы идем с Яриком в сторону главных ворот. Наша сейчас самая главная цель – перехватить. Сейчас с Яриком мы с Мишей разделились. Я контролирую центральный проход. Ярик – северный, Миша – южный. Да. Побежали. На подъем поднимайте обе стороны. Вон они, главные ворота, осталось совсем немного. Я занял позицию с большим таким хорошим обзором. Вот и все, мы в принципе выстроились в такую шеренгу. Где-то там вот стоит Тимофей, вон там он где-то Ярик, я его правда не вижу. А у монорельса вон там где-то стоит Володя. Мы сейчас идем вот к этому виду транспорта, но мы не поедем прямиком до ребят, потому что ну там 100% будет какая-то ловушка. Мы попробуем доехать до улицы Академика Королева. И там уже как-нибудь пешочком докарабкаться до финиша. Фактически уже все ребята приехали на место. И, ну, правда, нам остается только хитрить каким-то образом. Улица Академика Королева. Они находятся совсем недалеко от нас. И мы сейчас с Рашидом, с оператором, решили разминуться. То есть он пойдет напрямую туда, а я пойду секретными окольными путями, чтобы выйти с той стороны как-нибудь. Еще чисто гипотетически вполне вероятно то, что Саня зайдет с внутренней стороны. Таким образом нас обманет. Поэтому Ярик пошел туда. Все, понеслась. Я пошел вот так. Если честно, я не знаю, как будет лучше всего. Ну, пойдем так. Так, интрига накаляется. Саня где-то рядом. В жизни не подумал бы, что в принципе в мире существует такое количество людей. Ребята пишут, что начинают мерзнуть. Если они вчетвером уже на финише, естественно, у меня другого выбора, как тянуть время. На морозе нет. Вон там находится главный вход. Как-то через ленту может пройти. Но я пойду на крайнюю левую колонну, дабы его не пропустить. Ну что ж, момент истины. У моей ситуации есть легкая безысходность. Ярик находится в 50 метрах от меня, другие ребята в сотне.
можно просить? За 2 метра коснулся, да? Да. Зараза. Я так вдоль стены. Я крался как мог. Я не знаю, каким образом. Но они каким-то образом прошли мимо меня. И только что я увидел их кружок, как они уже около этих ворот. Ёлки-иголки. Как так-то? Лишь в самом конце погони меня смог найти Ярик и таким образом поймать. Возможно ли, в принципе, спрятаться в Москве? Спрятаться, наверное, легко. А вот уйти от погони достаточно сложно. Пишите свое мнение об этом ролике в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал ребят, на Ярика, на Мишу Пайнца, на Володю Митрограда, на Тимофея Белякова и на меня. А также ссылочка на Телеграм есть в описании. На него тоже подписывайтесь, там есть много всего интересного.